Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году в Кировской области инспекторы ДПС задержали более 3500 нетрезвых водителей, либо водителей, которые отказались дуть в трубочку. Почти 370 граждан, информирует управление ГИБДД, попались на пьяном вождении повторно, то есть в течение года. В отношении большинства из них суды уже вынесли приговоры. Основная масса нарушителей отправилась на обязательные работы. 51 осужденный получил реальный тюремный срок от 4 месяцев до 2 лет. Трасса 101. 15% российских водителей постоянно нарушают правила дорожного движения. Об этом заявил один из руководителей госавтоинспекции, сообщает издание «Автосреда». Остальные 85% ведут себя на дороге вполне благоразумно. По словам высокопоставленного полицейского, надо планомерно внедрять новые меры борьбы с теми, кто систематически игнорирует ПДД. Немало таких мер, кстати, сейчас находится в проработке. Например, речь идет об увеличении до 50 000 рублей штрафа за отказ от медицинского освидетельствования. Трасса 101. Лишь каждый 10-й российский автовладелец может себе позволить приобрести новую машину. У остальных денег хватит только на подержанную. Результаты социологического исследования опубликовало издание «Автоньюз». По его данным, главное, на что наши соотечественники обращают внимание при покупке авто с пробегом, это общее техническое состояние. Далее идут пробег, участие в ДТП, число хозяев, указанное в паспорте транспортного средства. Трасса 101. Toyota запустила продажи модернизированного Land Cruiser Prado. Внедорожник стоит минимум 2 656 тысяч рублей. Главное, что в нем изменили, дизельный мотор объемом 2,8 литра, мощностью 204 лошадиные силы. Там, в частности, другая форма камер сгорания. В линейке моторов есть еще бензиновые агрегаты объемом 2,7, мощностью 163 лошади и 249-сильный объемом 4 литра. Трасса 101. Молодые водители в Великобритании пожаловались социологам на притеснение со стороны их более опытных коллег. Уж не знаю весь перечень издевательств. Упоминаются только неприличные жесты, которые британские шоферы со стажем демонстрируют новичкам за рулем. При этом практически все автолюбители моложе 25 лет называют себя примерными водителями. Почти две трети не позволяют себе превышать скорость, а более трети никогда не попадали в ДТП. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.